А вот одной новинке компании Теплодар, печи Верона, цельнолитой чугунной печи, хотелось бы уделить отдельное внимание. С качеством лития Теплодара мы уже знакомы по банным печам Былина, поэтому не смотрим сейчас на качество первой отливки. Выполнена она из тестового образца, из временной формы. В будущем, я уверен, все будет выглядеть совершенно иначе. Но, тем не менее, сейчас то, что мы видим, позволяет судить о том, что перед нами очень интересная новинка компании. Интересна она тем, что у нее цельный корпус и сквозное оребрение. То есть ребра не только снаружи, но и внутри. Топка очень глубокая. Дрова длиной 50 сантиметров смело сюда входят. Дверца закрывается очень плотно. На верхней поверхности печки есть чугунная варочная поверхность с чугунными кольцами. И также заглушка, которую можно демонтировать и вместо нее вставить патрубок для выхода дымохода. То есть двойное подключение с тыльной стороны и сверху.